хотела устроить личную жизнь. Пошла к Лариске, она торгует Макдональдсами, шарами бесплатными по воскресенье. Я говорю, Лариса, говорю, сколько я буду ходить одинокая холостая в спортивном костюме с лампасами, сколько? Она говорит, колхоз, пойди он купи газету знакомства, приложение к Спид-Инфо, говорит, боже, там столько объявлений, говорит, боже, говорит, я так своего Леньку нашла. Ну, она так своего, там Ленька, конечно, о-о-о, это, боже, это шапка с нутри, эти два зуба, а то серебряных, знаешь, посередине гвоздик, понимаешь? Ну, слушай, я пришла, пошла купила эту газету, прихожу, простужена, ой, девочки, сейчас это перемена погоды, то холодно, то жарко, я пришла просто, слабая, знаешь, температура 37,2, сама противная температура, я думаю, знаешь, упсу пить не буду, ну, это самое, филологам, вот. Девочки, сейчас такое положение в мире, что откуда я знаю, что Мады Инчина в эту упсу положит, понимаешь? Я думаю, я лучше выпью, это самое, своих, а то антибиотиков, вот. Я сама гоню, да, вот. Не-не, мене как слеза, мене... Мене-то на ложку подпалила, вот, отварила картошки в мундирах, вот, взяла, вот, открыла банку селедки, и жирно, ой, жирнюча, нарвала газеты, это самое, чуть программу не порвала, этот, в 200-граммовую баночку из-под майонеза, налила своих антибиотиков через марлечку, на кончике ножа насыпала Нескафе Голд, сделала себе Хеннесси, зачем платить больше? Результат один и тот же. О. Слушай, ну, знаешь, открыла, посмотрела, все, смотрю, три колонки. Такие, не такие, совсем не такие. Я думаю, подожди, думаю, знаешь, думаю, что такое? Знаешь, думаю, ну, наверное, первая колонка, первое место, все. Я созвонилась, договорилась, голос был не очень противный. Говорит, меня зовут Адольф. Я говорю, Гитлер. Ну, такое ляпнуть, по-тупому ляпнуть. Незнакомому человеку, Гитлер, к чему это Гитлер ляпнула? Пошутила идиотка. А с ним, по всей видимости, так каждый шутит, понимаешь? Ну, я знаю, что туда-сюда, это самое, я говорю, не, ну, Сережа, девочки, мало того, что зовут Адольф, уже ж проблема в жизни, понимаешь? Так у него фамилия Захлыстун, отчество Венихуэлович. Ну, как жить? Вот объясни мне, пожалуйста. Ну, как жить? А я думаю, ой, я тебя умоляю, думаю, что мне с ним детей хрестить? Ну, мы договорились возле Макдональдса, знаешь, думаю, может, невесту сводит в Макдональдс. Вот, за разъем возьму салфетки и одноразовые ложечки. На что? Знаешь, или на природу, или на вылазку поехать. Ну, значит, это... А что, я даже никогда не покупаю полотенца, знаешь, такие сухие. Слушай, я захожу в Макдональдс, так... Раз. Зачем платить больше? Результат один и тот же, вот. Ну, я туда-сюда, там думаю, боже, у меня же дома не кусочка мыла. А там такое мыло, знаешь. Я 200-граммовую баночку из-под майонеза. Вот, товарищи, Макдональдс, да, богатейшие же люди. Богатейшие, такую же уже дырочку сделают. Мыло пролезть не может, понимаешь? Я думаю, Макдональдс не обеднеет, все. Я прихожу, все расфуфыренное, знаешь, челку начесала, все, тут же садила свою ангорку розовую, тигровые лосины, хожу, одной пишу, другой зачеркиваю, одной пишу, другой зачеркиваю. 40 минут как дура, то стою возле Макдональдса, случайно опускаю взгляд, девочки, стоит вот такой метр шапкой в прыжке с белыми калами. Ну, калы, конечно. Девочки, я стою вот просто по колено в шоке, ты понимаешь? Ну, что это такое? Не пойми, что там я балованная, нет. Нет. Я, понятное дело, к себе Гулливера не ждала. Девочки, ну что, ну зачем же, что это такое? Не, ну вышли гномы на охоту, что это такое? И я стою, семиглазка, понимаешь? Ну, в общем, знаешь, это туда-сюда, думаю, знаешь, я не растерялась, так взяла сигаретку, не в затяжку. Я говорю, Адольф, иди сюда. Я говорю, иди домой! Да лицо свое умой! А не то, как налечу и проглочу. Боже, оно излякается, как побежит по Чапаеву туда вниз.
Я быстро, знаешь, третью колонку, совсем не такие. Созвонилась, договорилась, голос тоже был не очень противный. Я говорит, меня зовут Антон. Говорю, Антон, это ваши проблемы, говорю, Антоша. Я говорю, Антон, у вас есть какое-то хобби там или что? Он говорит, да, я после работы поэт-мазохист. Я говорю, понятно, говорю, прекрасно, говорю, прелесть просто, говорю, я так обожаю все эти вещи. А сама думаю, что это, знаешь, слово знакомое, не могу вспомнить, что оно обозначает. А я говорю, вот скажите, Антон, что это не судьба, говорю, вот и встретились два одиночества, говорю. Я что-то, я и макраме занимаюсь, ну, в свое время. Вот к чему я ляпнула это макраме, это объясни. Ну, макраме, вот это, что вокруг горшка обмотаешь бельевую веревку, но никому не нравится, распускать жалко, знаешь. Ну, я туда-сюда думаю, ой, ради бога, знаешь, договорилась возле речки Днепр. Ну, я ж нарядилась, а челку Карлсон начесала, все поставила, лаком зафиксировала. Голову тянет, зараза, а так она... А я ж на ветер не рассчитывала. А! Я пока по Чапаеву спустилась к аптеке, я думала, укачаю. Ну, одела эту свою сюжангорку Том и Джерри, но... Одела гипюровую юбку Татьянку, вот. И подела спортивные, да. Она, не, она прохладная, она была прохладная. Ой, кто-то меня ночью увидит, я тебя прошу. Слушай, прихожу, он стоит спиной, рост, жила просто, понимаешь? А мне же интересно, что там, понимаешь? Поворачивается. Ой, ну поэт, что там может быть нормально? Поэт. Вот очки такие с линзами, знаешь, и так волосики, так все зачесано сюда, знаешь, затылочка вот так. Ой, думаю, ой. Думаю, и не хотелось пить, а придется. Ну, думаю, знаешь, на безрыбье и кинг-кон холсу, знаешь. Ну, знаешь, стою, одной пишу, другой зачеркиваю, одной пишу, другой зачеркиваю. Как дура, полтора часа тут одной пишу, другой зачеркиваю, пишу, А у него, девочки, оказывается, проблема с речью. Ты представляешь? Буквы не выговаривает. Все. Ну, я же не знала, понимаешь, видно, не он по телефону разговаривал, потому что по телефону, по телефону. Ну, она, ну, я такая, знаешь, вот такая, стою себе без задней мысли, это челка эта зара. А он мне говорит, ангел мой, так. Я говорю, как? Мы не старые стоим, что ли? О, думаю, такого мы еще не было, слушай. Мой, стихи почитать там или... Боже, стихи почитать. Думаю, лучше бы ты молчал, Господи. Ну да, ну на что, я тебе и читать или нет? А я то ли с перепугу, то ли с переляка говорю, да, да, говорю, душа жаждет рифмы, да. Девочки, он как начал читать, это шифровка, понимаешь, Это пидмет присудок закинчено. Это тихий ужас. И так все с выражением, знаешь, вот так ставь в руку, там, где, знаешь, в джинсах карманчик для семечек. И так. Антимонскс. Ну, по-видимому, название, да, ну не может быть сих такой коротенький, да? Антимонскс. Я говорю, Антон, я поняла, а чем закончилось это? Боже, боже, он как понял, что я его понимаю, а я, по всей видимости, была первая в его жизни, он как заликует. А возле нас на дереве спали птицы, знаешь? Ну, птицы, ну, какие птицы? Ну, синица, я знаю, сорока, это самое, грачи. Ну, я что, оно мне надо, я не знаю. Она так-то птица, знаешь, нож, не нож, эти лапки, и дремая. И те птицы на землю, и вот так теми крыльями, вот птица забыла принцип взлета, понимаешь, она перелякалась, и так теми крыльями. Боже, а он же эту свою поэзию читает, вот, ремах, ты будешь нарвать, Серёга, ремах. Думаю, вообще мне этот стих не нравится. Думаю, знаешь, может там он меня оскорбляет, я улыбаюсь, как дурочка, знаешь. Ремах, ты мне надо, ой. Само читает и само смеется. Ну, ты представляешь? Не-не, там, по-видимому, стих юмористический. Я тебе серьезно. Ну, я думаю, я вздремну. Знаешь, я после ночной.
Я думаю, это надолго, я вздремну. Девочки, никогда в своей жизни не храпела. Тут захрапела, а он меня будет, а у меня сон крепкий, знаешь. Вера, Вера, сделай мне больно, Вера. Я, знаешь, я с переляку, понимаешь, ну в просонь, думаю, может, там я не одета, может, у меня в своей комбинации той страхолюдной, она как в ежиках у меня. Вера, сделай мне больно, Вера. Девочки, глаза красные, как-то в бешеной обезьяне, понимаешь, как меня взял страх. Девочки, это не смешно. Сейчас такое время опасное. Думаю, точно нарвалась на кого-то больного на голову. Думаю, или маньяк, или убийца, думаю. Конечно, лучше маньяк. Не, ну это же не меню, ну не закажешь же, правильно. Девочки, ну думаю, а что, сейчас с дипломата достанет плоскогубцы, паяльную лампу напильником по голове бахнет, ноги отдельно, руки отдельно, в целлофановый пакет и в круиз под Днепру бесплатный. Ой, слезы душат, не пожила, понимаешь, не пожила. Дерево не посадила, дом не построила, шапку свою обманку, знаешь, норочку обманку, с джинсовыми вставками не поносила. Всю зиму боялась ее одеть, думала, наркоманы в подъезде снимут. Так я всю зиму, вплоть до марта месяца, проходила вот той паутинки страхолюдной рыжей. Мама еще брала при Андропове Юрии Владимировиче. Ой, слезы тоже. Ой, сделай мне больно. А я не люблю, когда меня долго просят. Сделала. Завтра иду по повестке. А его положили в областную, ну там на Крупской. Ну я думаю, знаешь, пойду проведу. Там взяла пару помидорчиков, огурчиков. Взяла два тюльпана, о. Девочки, прихожу, он лежит весь перебинтованный. Что я ему сделала? Перебинтованный, лежит вот так, только глаза, рот ему осталось. Что я сделала, не знаю. Я, знаешь, возле цирка купила носик и ушки, вот, знаешь, и сладкую вату взяла. Ну, шла просто у Валькиной племянницы, посаженной линии, двоюродной сестры Витьки, знакомого Сани, что сейчас в Мурманске на химии сидит с Лариской Фисенко. У неї був день рождения. Ну, я там 50 капель випила. Ну, я б на трезву голову не купила. Це ножики, ушки, все. Слушай, я захожу в палату, сейчас думаю, посмішу, знаєш. Да? Захожу, там вивчила гумореску одну глазового. Захожу, знаєш. І так, знаєш, так раз, а він же ж лежить прив'язаний. І я так, знаєш, так думаю, сейчас как пошучу, тут же тормозок, тут два тюльпана. Я так по-тупому пошутила. На всю больницу. Привет, смертники! Ой! Ну, идиотка, такое ляпнуть в больнице, дуры кусок. Такое в больнице ляпнуть. А там такое эхо в той больнице, ой. Там же все в той больнице покрало, только одно эхо и же осталось, понимаешь? А он так, наш, лежит, лежит, потом косит лиловым глазом. Он так на меня резко остановило. Так... Нет! Нет! Узнал, узнал, узнал. Так я сейчас после этого случая зарекла, говорю, никогда никаких знакомств, пошли вон. А знаешь, оцепляются, боже, цепляются же ко мне, как будто я медом намазана. Еду, вот было раннее утро, в поезде еду, ну, было, не знаю, ну, вот 8:30, 8:30 в таком промежутке. Еду, у меня депрессия, я в своих велосипедках, вот. Там, говорю, стою, курю, не в затяжку. Футболка, отдохни. Знаешь, еду, никого не трогаю, тут слышу текст. Малыш, ты нас волнуешь. Я оборачиваюсь, стоят два, значит, уже с самого утра готовченко, знаешь, уже вся у меня оболань, варняк. Я говорю, что случилось? Говорю, мальчики, что? Что, ты ломаешься, как старый телевизор? Давай к нам в купе, давай заваливай, отдохнем, расслабимся, знаешь, шампанское, крабовые палочки. А я так, знаешь, у меня зло взяло, я так с разворота. Оно, говорю, ближе, бандерлоги, говорю, ближе. Багира сказала, быстро, ну я умею с быками говорить, говорю, быстро, говорю, бандерлоги. А вони перелилась, обервал, сюда. Говорю, слышь, клоп юный, ты хочешь со мной выпить? Я с тобой выпью. Но если не хочешь на меня обижаться завтра утром, не нужно пить со мной вечером.